И сейчас срочное сообщение информационных агентств. Несколько минут назад Виктор Янукович, чье местонахождение неизвестно, выступил с обращением к народу Украины. Янукович заявляет, что по-прежнему считает себя законным главой украинского государства, избранным на основе свободного волеизъявления украинских граждан. «Не могу быть безучастным к трагическим событиям на моей родине», заявляет Янукович, считая, что подписанное мною и лидерами украинской оппозиции присутствие уважаемых западных партнеров соглашения об урегулировании кризиса на Украине не выполнено. На улицах многих городов Украины разгул экстремизма. В мой адрес, заявляет Янукович, в адрес моих соратников звучат угрозы физической расправы. И вот еще заявление Виктора Януковича. Он вынужден просить власти Российской Федерации обеспечить личную безопасность от действий экстремистов. То, что сейчас происходит в Верховной Раде Украины, по мнению Виктора Януковича, не имеет легитимного характера. И вот еще. Народ на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимает беспредел, когда руководители министерств избираются толпой на площади. Напомню, это было заявление Виктора Януковича, которое информагентство распространили буквально несколько минут тому назад.